Зима заканчивается. Скажите, чем она вам запомнилась? Снегом, хорошей погодой, зимней. Так, ну, хорошая зима была. Морозов мало было. Вот февраль такой не очень выдался. Как бы жесткий месяц, по идее, должен быть. А он теплый какой-то, расстегнутый хожу. Нашел новую работу. Избавился от старой. Порадовался жизни. Новый год, хорошо. Все, мне все очень нравится. А из событий в районе, может быть, что-то запомнилось? События в районе? Ну вот у нас, я сам с Пересвета, и в Пересвете у нас проходили лыжные гонки. Я, к сожалению, сейчас не вспомню, как они называются, но было очень масштабно, интересно и весело. Ну, наверное, все-таки Новым годом. Что вся семья, что все вместе, что есть какие-то надежды, мечты. Но Новый год, он больше всех запоминается. Ну, было очень красиво, район был украшен, все было замечательно. Горки, все, детей развлекались, каникулы, все было хорошо. Честно, пролетело, как будто не было. Я только сегодня понял, что завтра уже весна, работа, и не заметил даже, если честно. Ой, так, таким чудесным снегом. Смотрите, у нас какая сказочная зима в этом году. Прямо сумасшедше красивая. У меня этой зимой, наверное, такое одно из таких больших глобальных событий. Это было спасение собаки, сбитой машиной. Ну вот, собака сейчас находится в клинике, в Пушкино, проходит реабилитацию после операции. Это такое было, наверное, самая стрессовая ситуация этой зимой. А так, каких-то таких глобальных потрясений этой зимой, ну, нет, наверное, не было. Зима была хорошая, мягкая, довольно теплая для наших зим. Ну, здорово. Радуемся, что она закончилась, что завтра начинается весна. Ну, птички уже поют, чувствуется. Они самые первые чувствуют приближение весны. Здорово, замечательно. Хочется, чтобы уже пришла весна.